Ребят, всем привет! Это Андрей Гавриков и это очередные записки нумизмата. Сегодня я хочу показать вам всю свою коллекцию юбилейных монет Шри-Ланки. Надо сказать, что для меня вот юбилейка Шри-Ланки достаточно зна значимые, такие монеты, знаковые, даже я сказал больше. Потому что после того как я набрал на Шри-Ланке этих монет, я стал серьезно увлекаться нумизматикой. Вот кто смотрел мой первый ролик, ссылка на него сейчас где-то тут будет в углу. Вот Именно так, да, то есть я на Шри-Ланке познакомился с продавцом в магазине фруктов, каждый вечер покупал мне там всякие бананы, ананасы, там, не знаю, арбузы и так далее, и в банке у него я смотрел юбилейка, есть какая-то или нет, он не откладывал. Параллельно мы еще познакомились с его отцом, его отец там принес несколько мешочков таких тряпичных, разрезал, подарил мне центы британские. Я уже приехал в Москву, выслал ему советской юбилейки. Вот. И после этого я, собственно говоря, стал заниматься более-менее серьезными нумизматикой, потому что я принес такой большой серьезный момент, мешок юбилейки, нашел этот сервис Ucoin, внес на него, и начались первые какие-то обмены сумасшедшие тогда, как мне казались. В общем, было очень круто и интересно. Ладно, вступительную часть, наверное, я думаю, вы поняли. Ролик, сразу говорю, будет не очень короткий, потому что монет там чуть менее 50 штук. И я хотел сначала снять два ролика. Два ролика, но подумал, ладно, не будем усложнять все это дело, снимем лучше один, пусть чуть подольше будет. Но те, кому из вас это действительно интересно, вы его посмотрите. Все, погнали. Так, ребят, ну разложил монетки здесь. Значит, смотрите, здесь... 49 монет, но вместе с этим набором их больше. Всего в Шри-Ланке, в республике Шри-Ланка, с 1972 года по 2019 было выпущено 49 монет. Давайте я вам сейчас по очереди их покажу. Подробно про каждую рассказывать не буду, но покажу, по крайней мере, как они выглядят. Значит, первая юбилейка была в 1976 году. Это две рупии. Называется на конференция неприсоединившихся наций. Вот такое вот здание здесь нарисовано. Вот так эта монетка выглядит. Похоже, дизайн у пятерки. Она, правда, поболее чуть-чуть, побольше у нее ведь углов. Ну вот, и такое же здание. Это тоже конференция не присоединившихся наций. Следующая монета. Инаугурация президента Джейвардена. У меня она находится вот здесь. Вот, вот этот президент в пруфовском наборе. Совершенно шикарная монетка. Искал эту юбилейную монету, нашел набор, выиграл набор. У меня был видеоролик про этот набор замечательный. Ну, вот такая вот классная штука. Следующий момент. Дамба Махавелли. Две рупии 1981 года. Вот так вот они выглядят, эти две рупии. Дальше. 50 лет всеобщему избирательному праву. Как видите, у меня тут монетки все в разном состоянии. Есть вот такие, которые надо бы и заменить будет получше, но не сейчас постепенно сделаем. Вот это прям шикарная монета. Мне нравится она очень-очень. По дизайну такая необычная. Это международный год приютов для бездомных. Кто смотрит мой канал, видели, наверное, как я ее покупал несколько месяцев назад. Как раз закрывал этот период с президентом вот с этими. 92 год, одна рупия, вот так вот она выглядит необычно. Третья годовщина второго избрания президента Примадуса. Вот так вот выглядит этот Примадус. 2 рупии пятого года. 50 лет продовольственной программе. Ну, тот самый наш Food for All, ФАО. Есть в большинстве стран. Следующее 5 рупий уже видите, другой фактор монеты пошел, форм-фактор другой. 50 лет ООН, тоже знаменитое изображение, есть там и на пакистанских монетах различных, там индийских, по-моему, тоже, всяких разных. 50 лет ЮНИСЕФ, шикарная монетка, тоже ее покупал не так давно. Вова, спасибо, что порекомендовал, где ее в таком ансе можно приобрести было. 50 лет независимости, 10 рупий Вот их очень много в обращении было, когда я находился на Шри-Ланке. Прям легко не попадались там вот эти вот. Я думал, что это вообще ходячка, а это юбилейка такая. Дальше пошли монетки в не очень хорошем качестве, три подряд. Это чемпионат мира по крикету, 5 рупий 99 -го года. Вот кубок здесь видите, да? Вот здесь товарищи. Эти. Потом 50 лет плана Коломба. Две рупии 2001 года. Какие шестереночки здесь красивые. Тоже поменяю как-то лучше в сохране. И э, это у нас 5 рупий 2003 года. 250 лет дня. у упа У -паде. Вот Видите, очень похожи некоторые путают эти монетки. Вот смотрите, так она выглядит. И 2003 года. 250 лет обряда Умпамсада. Оп, чуть-чуть по-другому здесь выглядит. Следующая 5 рупий 2006 года. 2550 лет Будде, Вот так вот оно выглядит. Опять чемпионат мира по крикету. Опять состояние не очень хорошее у меня. Ну, вот они здесь. Эти товарищи бегают. Следующая монетка необычный дизайн, больше таких нет у них. Вот 2 рупии. 50 лет фонда обеспечения. 2008 год. Вот такие вот ручки. Я на Шри-Ланке был, кстати, был в фонде помощи одном. На экскурсии. Хозяин у дом снимал там работает. 60 лет воздушным войскам Шри-Ланки. Две рупии 2011 -го года. Так вот выглядит. И десяточка новая пошла 1, 11 год. 2600 лет. Саму бататва Джаянти. Вот так вот она выглядит. Колесо такое Сансара, наверное, я так понимаю. И 100 лет со дня основания скаутского движения. 2 руки 2012 года. А вот дальше тут интересные. Монеты, десятки, округа. Я как раз когда там был в Шри-Ланке, я там штук 5-7 этих округов собрал. И подсел на эту историю в итоге. Хамбантота. Хамбантота, вот аэропорт. Такое здесь очень красивый Десяточки мне здесь очень нравятся. Следующая. три Трикамали. Ринка Мали, я там был. Это мусульманский город на севере Рыбацкий. Ратнапура. Вот так вот. Бриллиантики и так далее. Тоже был. Насколько я помню, в этом месте. Ну, шрианку вообще по кругу все объездили мы. Путалам. эти животные различные. Пола Тоже мы здесь были. Ага. Нуара Элия, чаечек покупали там, были тоже на фабриках в Нуара Элии. Мулайтиву. Так вот выглядит лодка такая, рыбаки. На Шри-Ланке с рыбой вообще проблем нет. Это у нас Манерагала. Тоже ступы, видите, буддийские стоят красивые. Следующая Матара. следующая Маталея. Тоже были, на я помню, Манар. Монар. В Индии, Южной Индии, есть кстати, штате Керал город Мунар, где чайные плантации. Созвучно Курнигала. Вот так вот она выглядит, Курнигала. Коломба, столица. Столица Шри-Ланки, большой город, шумный, азиатский, как я люблю прям все. Килиночи, такой домик, видите, древний. Кегале. Слоники. Были мы на купании слонов тоже Канди. И в Канди мы тоже были, если не ошибаюсь, там, по-моему, зуб Будда хранится как раз таки у них в храме. Кулатара. Фрукты, овощи всякие разные здесь, видите. Джафна. Это Джафна. Это Гампаха храмы тоже всевозможные, святые места буддийские. На шри исповедуют буддизм и ислам. Именно там находились кстати, террористические группировки, тамильские тигры. Галле, город, недалеко от которого мы жили, второй, по-моему, по величине город. Там древний форт такой есть, классный, классный город. Вавуния, тоже различные видите, здесь овощи. Батикалоа, рыбка, деревушка, бадула, водопады такие красивые здесь, смотрите. Анарадхапура, это там древний город, насколько я помню, мы были в нем тоже на экскурсии. И финальная Ампара. Ампара, 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 вот так вот выглядит она. Да?

и десяточка, 10 лет экспорту цейлонского чая в 2017 году вышла. В 2017 году вот так вот она выглядит. И потом дизайн десятки изменился на уродский. Юбилейка 2018 -го года, 75 лет корпусу связи Шри-Ланки. Вот эта картинка-то еще более-менее ничего. Конечно, вот спереди выглядит все очень грустно, как по мне. Но, не знаю, на вкус и цвет фломастеры разные, да? Вот это была моя коллекция юбилейных монет Шри-Ланки. Надеюсь, вам они понравились. Какие из них больше всего вам приглянулись, вот то есть, что вам показалось необычного. Пишите в комментариях. Если вы еще не подписаны на мой канал, это стоит прямо вот сейчас сделать. Подписаться на канал, поставить лайк этому видео, поставить колокольчик, чтобы не забывать знать про обновления. YouTube не всегда про это говорит. И увидимся с вами в следующих видео. Смотрите про мое нумизматическое хобби, мои видеоролики, смотрите про мое путешествие и, возможно, какие-то еще новые рубрики я скоро буду добавлять на своем канале. Все, всем спасибо, пока-пока. Удачи!